областной спортивно-культурный праздник «Велолето-2011» в третий раз собрал на различных дистанциях любителей активного отдыха. В год столетия велосипедного спорта Омской области праздник получился самым массовым за всю историю. Стартовало «Велолето-2011» с площади Бухгальца. Участники направились по магистралям города в эпицентр соревнований на стадион «Авангард». А у Вечного огня после чествования ветеранов областного велоспорта был зажжен факел, и на улице Ленина взяла свое начало так называемая эстафета поколений. На Иртышской набережной состоялся следующий этап передачи огня праздника. И вот факел на стадионе «Авангард». Сильнейший омский велосипедист, мастер спорта международного класса, неоднократный чемпион России, участник чемпионата мира Борис Нечепуренко. Он передает факел ветерану велосипедного спорта, президенту физкультурно-спортивного клуба инвалидов «АМИЧ», мастеру спорта Сергею Ещенко. Факел передается новому поколению омских спортсменов. Внимание! Огонь зажжен! Вовлекая в свою орбиту людей самого разного формата, но любящих велосипед и любящих по-своему. Кто-то занимается велоспортом профессионально, они сегодня присутствуют на празднике. Для кого-то это хобби, для кого-то это прогулка выходного дня, для кого-то это семейное увлечение, для кого-то это только начало, только первое знакомство с велосипедом. Но всех объединяет этот праздник, потому что в этом празднике есть возможность проявить себя и почувствовать вот такой дух общей любви к этому замечательному виду физической активности, к этому виду спорта, к этому виду просто к образу жизни. Для каждого велосипедиста, особенно ветераны, которые практически всю жизнь посвятили велосипеду, велоспорту, это грандиозный праздник. И смотреть, когда подходят маленькие ребятишки, которые в будущем будут заниматься в наших спортшколах велосипедных, конечно, радостно. После красочного торжественного открытия началось то, ради чего сотни омичей солнечным субботним днем собрались вместе на велосипедах. Заезды областного праздника «Велолето». Открыл соревновательную программу «ВИП-заезд». Восторгу зрителей и участников не было предела, когда на старт вышли самые маленькие любители велосипеда. Вообще не любитель спорта, но на такое мероприятие пропустить не мог, потому что 100 лет омскому велоспорту — это замечательное событие. Настолько красочный праздник я давно уже не видел, поэтому с удовольствием просто наслаждаюсь этим представлением. Праздник спорта, здоровья, хорошего настроения и активного отдыха «Велолето-2011» стал историей. Однако омичей в этом году ждет еще немало красочных событий, посвященных празднованию 100-летнего юбилея областного велоспорта.